Вон где у них тайная тропа. Сайрам. We lost our way. Сайрам, что же вы нас, нам не показали? Мы даже... Не-не-не, все нормально. Вниз, все вот. Нормально. Есть, есть. Хорошо. Давай, иди, доверься мне. Хорошо. Они вот как пролезли вдоль с горы, вдоль вот этого забора. А мы думали, забор тупиком кончается. Они сетку отогнули и пролезли. Вот они живут здесь. Вверх они в туалетик ходили почему-то. Он какая красавица. This is everybody your children? Two? А. Boy and girl. Yes. This girl's not your. А. Красавица. Ну, глаза синенькие. Такие, да. Такие глазки красивые. Everybody have this? Сайрам! 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 Wonderful! Ну вот. Каждый раз какие-то новые открытия, новые знакомства. Чокнутая курица побежала. Ну, нет, ну она вообще думает, чокнутые люди тут бегают. Она просто всполошилась, знаешь, как... Нервно, но естественно на нее такие из-за кустов, из-за забора две. Да. Да еще и белокожие. Вот, а теперь это вот прямо совсем. Oh, now we don't take with us chocolate next time. Ирочка, надо с собой брать конфеты, когда в такую даль идешь. Видишь, они вот все на шоколад рассчитывают. А у нас и нету. Ну вот, теперь мы идем прямо у нас directly. Как говорится, прямой путь до дома. Вот отсюда лучше видно. Прямо за башней мои бирюзовые занавески. Лучше наш домик виден. Да, да. А мы раньше думали, что это такое? Они все по ступенькам уходят, вот по этим, и куда-то исчезают с мужем, наблюдали. Ира, вот ты поняла вот этот вот выход вот туда? Шоткат, короткий путь. К кафе. Мы поднялись и туда. По-моему, так. Сейчас я разберусь, чтобы тебе не отправить по неправильному пути. У меня там как раз живет наша женщина, которая стирает. Я сейчас перед отъездом ей отберу немножко сари своих, которые я не носила. А она всему рада. Но я их тоже с любовью себе покупала. Нет, Ирочка, дико извиняюсь, смотри. Вот закончился вот этот путь. Вверх не поднимайся, если только тебе надо туда полезть на гору. Поворачивай сюда и сразу направо. Это в кафе. Это в кафе, это к тому зданию с Атьем Шивом Шундарам, где мы раньше жили. Вот. Вот теперь точно мы не заблудимся, теперь точно мы дома. Сайрам, наши соседи. Наши соседи. Ой, прохладно. Ветер. Слава богу. Вон цыплята. Курица такая. Такие беговые куры. Да, не пушистые какие-то. Прямо. Одни кости. Если ее откопать, то там получится одни костомахи. Одни мышцы, да. Беговые куры, беговые куры. Надо к дню рождения Саши, чтобы он детям... Вообще на дни рождения люди рекомендуют милостыню давать, конфеты детям раздавать, продукты какие-то. Поэтому надо, да, к дню рождения у нас есть конфеты. Я ему насыплю целую сумку, пусть... Сайрам! А тут его два мальчишки так любят. Он как выйдет, они начинают прям плясать. Вот такого возраста. И он говорит, я их приглашу на свой день рождения. Пусть пляшут, я с ними буду плясать. Он сразу с ними начинает тут танцевать. Да? Ага. Пойдем на первый этаж, зачем мальчик? Да. Вот другой путь. С первого этажа уезжаем. Ой, да. Наконец-то мы дома. И ты знаешь, естественно.
длина. Сокращивай, короче, получается, раза три. Туда и раза три обратно. Да, мы да. Погулять вышли. Не без усилий. Да, на четверти мы не выходили. Мне вот. Кажется, на четверти еще больше жарко. Чем у нас пекло какое-то. Путешествие закончено. Сегодня мы сняли два видео. Русское кафе, как смогли. На дерево попасть, и в кафе попасть. Даже три, даже еще макушку той горы. Да. Считай три. Побывали. Ну, Иришка, давай, открывай. Это наши вот Сикс. Майн Сикс. Чуть больше, чуть меньше сантиметров вправо, влево, будет стоять. Да, захлопывать нельзя. Своя технология. Тут вот есть фен маленький, вентилятор. Все включается, везде включается. И бабин портрет, как везде, везде. Все, мы как в цивилизации, у нас есть лифт. Wonderful. Вот у нас все, дорогая. А они еще здесь? Она на Гоа. А, ага. Ну, ладно. Саша еще не пришел. Нет, через два часа они приедут. Ну, ладно. Ну все, давай. Сайрам. Увидимся. Пока. Пока. Пока.